В Белгороде проводят рейды по выявлению нарушений правил парковки. Специалисты комитета по управлению Западным округом вместе с госавтоинспекторами наказывают автовладельцев, которые оставляют машины на тротуарах и газонах. Сегодня на бульваре Юности вместе с ними работала наша съемочная группа. Причина сегодняшней проверки – жалоба жителей. В комитет по управлению Западным округом обратились горожане, которым порядком надоели машины, брошенные на тротуарах и газонах. На тротуаре машину поставили, ты не можешь пройти, ты должен обходить по грязи. Ну что это такое? Это невозможно. Вот на зеленом, на газоне ставят машины. Это ж портится экология, природа, все же портится. Иногда, особенно с коляской, обходишь, очень тяжело. Нужно думать не только о том, как ты припарковался, но и как припаркуется твой сосед, потому что зачастую машина бросается расстоянием в 2-3 метра. Каждый год работники служб убирают за машинами, и каждый год нерадивые автолюбители ставят на газоны машины. В 7 утра по указанному в жалобе адресу прибыли сотрудники комитета по управлению Западным округом и инспекторы ГАИ. После выявления транспортного средства, нарушающего закон Белгородской области, в частности статью 2.11, значит, первоначальным действием нашим мы оставляем уведомление на стекле автомобиля, потому что собственника выявить это очень тяжело без сотрудников ГИБДД. Нарушителей долго искать не пришлось. Этой автоледи придется заплатить 1500 рублей за нарушение правил парковки. Причина, почему вот запарковались на пешеходной дорожке? К слову, штраф за брошенную на газоне машину составляют свыше 1000 рублей. Однако внушительные суммы не пугают автовладельцев. Многие продолжают парковать свои авто, нарушая правила. Это при том, что найти место для стоянки в этом микрорайоне не так уж сложно. Неподалеку два автопаркинга. Часовую оплату нарушители не признают, а о штрафах не задумываются. Тем временем машины мешают пешеходам, работе по проведению благоустройства, проезду скорой и пожарных. Давайте же вместе как-нибудь сохраним и приумножим то, что у нас сейчас есть в плане благоустройства. Не будем это все разрушать, портить, ломать, закатывать в данном случае. Лучше бы выходили и посадили лишние деревца где-нибудь. В ходе рейда на нарушителей было составлено 9 административных протоколов. Один автомобиль эвакуирован. 7 автовладельцам направлены уведомления с рекомендацией прийти в комитет по управлению Западным округом для выяснения обстоятельств нарушений. Подобные мероприятия в Белгороде будут продолжены. Диана Калединова, Дмитрий Ярема. К этому часу. Белгород.